Еще одно печальное известие. На 58-м году жизни умер первый губернатор Владимирской области Юрий Власов. Самый молодой руководитель региона. Во главе Владимирской области он оказался на волне демократических преобразований в 91-м году, когда ему было 30 лет. В декабре 96-го года Власов проиграл выборы тогдашнему председателю Заксобрания Николаю Виноградову, набрав всего 21% голосов. В 2000-м он пытался вернуться во власть, но снова проиграл. Причина смерти Юрия Власова и дата похорон пока неизвестны.